Грибобас рассказывает, рассказывает, смотрит, что я уплетаю. Жаль, да. На тебя голод напал, да? Ну. Сейчас я вот ложечку, и там это все твое уже, наверное. Ага. Это я уже сколько ложек съел. Ну вот. Мы там сидим. А ты сколько яиц съел? Два. Второе яйцо. Да? Угу. Ну вот, там каждому по пять было. Ага. Там десяток яиц. О, сейчас еще яичко добью. Ну. Ну, рассказывай, или ты. А, ну вот мы сидим. Мы сидим, короче, этот Ваня, Марина, вот этот Саша и я. Вот, а там дети маленькие, но они как незваными, короче. И еще, там такие подушки, такие маленькие, такие подушечки. Они были сделаны верблюжий пух. Такие мягкие, хорошенькие такие. А там только босиком, ну как, безобовые. Мы сидим, а как это, по-турецки-то, я не могу, так, все примеры какой-то. Вот, и мы такие пиалушки, все там, вот, и мы там кушаем, и какая штука, там готовил плов, и там куча большая такая штука такая, тарелка большая такая, и такая тоненькая, там плов, все лежало, короче, и какая штука, такие пиалушки, она, ну, такая где-то, небольшая такая пиалушка такая, она, они же высокие, и там сама подлива, плов, подлива, и кушаешь, и съешь такая. А этот сам Ваня, он жил на Западном, он сам жил по себе. А там же корт есть, короче. У него свой мотоцикл, не знаю, не помню, как называется, ну как это, из Японии по мотоцикл. А он интересный, перекрестил только тоненько-тоненько. И шипы такие, большие шипы такие, смотрите, по 5 сантиметров шипы. И как ты катаешься? А он говорит, а катаешься, говорит, отлично. А знаете, что она толстая, и шипы такие большие. И как интересно, у него это сиденье, в общем, сколько, это... Высоко поднят над колесом. Они трогаются на дыбы и поехали. И когда едут, короче, ну, блядь, на ноге едут, короче. Вот, и он почти лежит, ну так, они лежат, так вот, лежат почти. Руками так подгибают руку, и так едут. И шипы эти, этот, как это, ну, как это, ну, в землю, в лед, когда всекаются. И не падает ничего, едут отлично, а скорость нехорошая. Они быстро очень, там скорость такая, там, ух ты, едут они хорошо. А там что есть сам тренер, говорит, давай, давай, там, жми, жми. Вот. И, короче, Ваня, он раза два и трем занимал первое место. Но он уже, как этот, опытный очень, уже водитель, короче, отличный. А там уже там не было, там, ну, мото сама. Ну, там уже не занимался этим, там уже не было этих штуки. Он же делал очень, потом хотел куда уехать. Есть, может, чтобы заниматься опять. Жена была за. Давай, давай, давай. А сало вкусное, это, между прочим. Знаешь, она аж тает во рту. Так приятно, между прочим. А ты покупал, в городе покупал, да, сало ты где покупал? Это я на поселке в этом покупал, в Чайке. Mm. Магазин Чайка. Магазин сало, спасибо, Джон. Мне понравилось. Браво. Ну ешь вот это, яйца ешь. Ага. Фу, я сейчас к чаю перехожу. Давай. А, не, я сейчас яблочко съем. А еще что было интересно, мы сидим дома, а у них, короче, дома было 6 комнат. 3 комнаты на первом этаже и 3 комнаты на втором этаже. Кухня была, а что у них кухня была, сделана как, типа как на улице. Вот, как это, ну, летняя кухня, типа того. И там как, вот так стоял дом, стоял, да,
дом, вот такой навес вот такой-то была. Вот тут была летняя кухня, она была большая. Даже не готовили. Любовь, а тебе вот это из киноактрис, кто тебе ну, нравится? Ну или нравилась там? Ну, я имею в виду женщина. Ну, я имею в виду, вот как бы, чтобы ты вот прям захотел жениться там на ней. Это у меня, я помню тебя, у меня таки были две женщины. Вот одна, у тебя уже имя не помню. Она начала сниматься, и все было 16 лет. Ну, а вот плохо, надо же имя знать. Я имя не помню, как-то в нём сама. В фильме каком? В фильме? Этот. Ой. Там еще парень, так и самое, там еще парень, когда... Ой, пустой, что-то забыл, что фильм называется. Ну, может, я вспомню, ты мне суть расскажи немножко. Там, короче, там сам один парень поехал, короче, искать, ну, у него был отец, вот, ну, было как, что вот отец погиб на фронте, а отец был жив, оказывается, но был инвалид, у него, ну, не было ног, ну, вообще, как ноги ему, вот, ампутировали, вот он сидит. И у него, короче, отец любит смотреть гонки на, это, ну, как это, на лошадях гонки. Ну, и он сидит, короче, дома так вот, и прямой эфир показывает, как это, такая, этот экран, и написано прямой эфир, он смотрит, и как раз этот парень заходит к нему домой. А тут есть там, короче, а у него такая, как штука такая, ну как это, ваза большая такая, натертая, и все видать, он увидит, что кто-то зашел парень-то. Он заходит, так, короче, и так это с ним так, ну, на вы так это. А вы, говорит, вас так зовут, да, а вы, говорит, не мой отец. То порадится, а ты кто такой? Он так, сынок, вот, и оба заплакали, это отец это, заплакал, короче. Вот, сын, и, короче, раз, вот, и этот отец поставил, короче, там была лошадь такая бежала. Ну как номер, я не помню, короче, на какой номер пришел, вот такой-то, мы ведь победили, короче, вот. А там этот, все приходил, как называется, сам ставил это номера, что там, как это называют, там, я не знаю, как называется он, короче, вот, и он, короче, получил, очень много денег получил. Да, я не знаю, какой это фильм. Ну, еще, да. И вот там эта женщина снималась, в этом фильме заснималась. Ну, а вторая, может, вторая какую-то ты знаешь? «Пират 20 века». Кто там? А там женщина была, что вот палка, да, там один этот, там вот такой палка бил-то, по спине бил-то ее. Это, ну, не русская женщина. Да. Вот она, да? Она нравится мне. Вот. Ты что, соль засыпал? Ага. Ну, засыпет. Ага. Там, насыпь там. Ага. А. Ой, это так, да? Угу. Там, кстати, помнишь, мы разговаривали про этого, про Юрия Шатунова ты рассказывал, про передачу вечером. Там сказали, может быть, это передача «Вечерний Ургант». «Вечерний Ургант», во-во-во, ага, «Вечерний Ургант». И там очень интересно, Ургант, он сам на гитаре играет хорошо, играет, отлично играет. И такие номера выкидывают, встал так, бум-бум, он играет, молодец, отлично играет. И Радио Шанов у них был в гостях. Вот он там вел передачу. Ну, я там, я буду в концерт, вот я пришел на концерт. И поздно, я, говорит, буду, короче, я, говорит, приеду, все будет хорошо. И потом уже в конце. Ну, спой песню. И что он спел песню? Это песня «Белые розы». Моя песня любимая, кстати, мне песня очень нравится. И я стою, слушаю, так кажется, так вот он спел песню эту. А там еще публика такая, все встали, хлопали ему там, ух, там была... А где у нас чай-то? Пожалуйста. Ух, надо в печку будет подкинуть, что-то как-то она притихла, печка. Она же, она, кажется, потухла совсем. Не-не, там угли-то должны быть. Чай еще не остыл как-то. Тебе сейчас налить? Ой. Ну тоже налей мне. Давай сполосну. Или. А, ну давай сполосну. Давай, ага. Вот может там какая-нибудь грязь попала. Пожалуйста. Забирай. Я пойду, спасибо. Пойду пока печку. Давай. Подкину. Так.
фонарик взять. Угу. Где-то фонарик был. Я тут за сколько отъехал? Блин, не вижу, фонарик куда положил я. Ладно, без фонарика. Угу. Ну, возьми мой. Не-не, да ладно. Нули давай. Угу. Ой, чуть не упал. Угли там есть, все нормально. Отлично. Угу. А мне это еще вот молодой я был, короче. Угу. Знаешь, какая актриса нравилась? Какая? Вот «Азори здесь тихие» фильм. Угу. Это Бричкина. А, угу, угу. Ну, даже нравится, хорошая женщина. И жена родника хорошая у нее. Она сейчас уже, ну, наверное, до сих пор депутат, я не знаю. Депутат? Ну, как-то ее показывают, угу. Она это. Угу. Депутат сейчас, мне кажется, она. Молодец. А вот может из этих тебе кто-то нравится, из женщин, знаешь, это эти, как их, ну, новости-то ведут, или ты не помнишь ничего уже? Да я не помню только. У нас телевизор-то сломался, угу. Ремонтировать. То есть у тебя сломался телевизор там в квартире? Да-да. Это крутилась подсветка, да, на видеокамере? Угу. Угу. Так. Сейчас выключу и включу опять, чтобы экономично было. Это. Угу. Давай. Ладно, потом, да ведро не трогай, это. Угу. Руки не морай. Угу. Угу. А этот яйца что-то ешь. Сейчас. А, мусор тут мешается мне. Давай это ведро возьмем его. Да вот я сюда пока. Угу. Давай. Баночку пока вот сюда. Угу. Угу. А, вспомнил еще тебе вопрос, знаешь, какой задавали? Какой? Хотел бы ты жить в большом городе, в мегаполисе? Нет. Ну да, нет. Там шума столько, не. Например, Москва, город большой, но там жить, тяжело. Там, мне кажется, тяжело вообще. Ну там еще машины. Ну, вообще-то люди привыкают, там, смотря да. Где там жить. Да, там. Угу. Во, вспомнил еще, знаешь, или я тебе задавал этот вопрос. Говори. Вот это, когда ты был маленьким, кем ты хотел стать? Во. Это получается интервью с Грибобасом. Вот можешь сюда мусор складывать. Давай, ага. Спасибо большое. Ну я кем хотел стать? Это в общем этим. Как? Перепроходцем, ну как-то. Ну как? Исследователем, что ли? Да, да, типа расследователя. Вот. Ну, как ходить, там, новые земли открывать. Вот такая штука, как называется на то-то. Вот им хотел достать. Ну, сейчас-то, наверное, земли-то все открыты. Да сейчас уже открыты все земли, сейчас открывать уже почти. Я недавно слышал этот, не изучен, Атлантический океан, там, какую-то южная часть, что ли. Что, типа, вообще не изучено. Вот ты бы, наверное, бы изучал, да? Да. Кстати, знаешь, что... А, я уже говорил Грибобасу об этом. Чего? Ну, сейчас скажу зрителям, они интересны. Ну, как бы такая интересная информация. Помнишь, ты говорил, это любимый фильм «Назад в будущее», да? Угу. А мы как раз съемку делали на эту тему, ну, вот, любимый твой фильм. 21 октября
2015 года. Угу. А в этом фильме как раз это герои в будущее попадают в этот день как раз. Ух ты, серьезно? Такое совпадение. Отлично. Представляешь? Ага. Там написал зритель комментарий там вообще. Я вообще удивился. Угу. А видишь, что говорит Джон? А я это с печеньками как раз. Угу. Давай. Угу. Что, халву-то резать, нет? Да, да, да. Что-то мне уже неохота готовить эту картошку, блин. Ну, не готовишь, а утром готовишь, да. Как-то спать уже захотелось. Ну, тоже. Тоже спать захотелось? Угу. Ну, то, что видишь, желудок насыщается. Угу, угу. Как-то спать уже тянет. Тем более, время-то уже первый час ночи пошел, наверное, да? 21-го. Время что-то поджимает. Завтра с утра, что ли? Угу. Ну, у нас в этот раз, конечно, дорога тяжелая. Нам надо посмотреть, что там с шалашом. Угу. Потом я хочу посмотреть, поискать сухие елки. Посмотреть место, где побольше сухих елок. Это здесь или там? Там, где избу строим. Где будем строить избу. Угу. Сухих елок поискать, чтобы это... Что, застряло? Угу. Да там, там он. Все. Да. Ну, в принципе, да. И вот туда надо будет печку отнести и трубу. У нас Санки же есть? Да. Отвезем. Отвезем. Ну, трубу-то можно на плечо, а печку да. На Санки, да? Печку на Санки. А труба, она такая тяжелая. Ну, что плохо, Джон. Она такая, она короткая очень. Да нам пойдет. А в принципе, пойдет, да. А ты как еще говорили? А ты яйца не стал есть больше? Я еще одну съел. Ну ешь, ешь, это все, все твои. Понял, спасибо большое. А только это... Это тоже доедаем мы. Да, да, да. Сейчас я сейчас доем тоже, подожди. Только когда в гаражах, то один мужчина строил, короче, себе этот гараж и говорит, чем, короче, есть труба у гаража, тем теплее в гараже. Все с ним, да, так оно это и есть. А то, знаешь, что интересно, Джон, когда еще был здесь Писарев-то, знаешь, что хотел сделать? Короче, сделать этот гараж, а в нем сделать баню. И, ну как это, под землей баню сделать. А Мстёха Никитин говорит, царь небесный, а как это, мол, гараж еще в бане, а там, ну как, метр два, ну уже баню уже. Ты говорит, копай за мусор, по всей земле же копай, а копать долго придется, и пол заливать, и Писарев не стал строить. Ну, во-первых, у нас тут... Вода высоко поднимается. И вода поднимается, это, да. Вот бетоном там вбухивает сколько. Да, да. Ну не стал строить уже. Вот такая. Что-то они как будто прям язык обжигают. Что? Вот эти печеньки. Так, ну. Так, где у нас еще выйти? Салфетки. Во-во-во. Бери тебе тоже, что надо будет. Угу. Мне что-то спать захотелось вообще. Я вроде березу всю кинул, у нас только елка осталась. Как бы в избе сейчас не жарко. Потом должен спать, еще подъедешь елок. И все они горят. И что же на ночь наедаться-то бредно. Тут уже ничего не поделаешь, мы уже
Да, пошли гулять, пошли гулять, вот сюда. Постоянно так уже, но угу. Не даемся. Ну тогда закрывай крышкой. Угу. Закрути. Сейчас. Вот такие пироги. С котятами. С котятами, да. Угу. Знаешь, я от кого-то фразу услышал? Я был в Геленджике, у меня большой глаз, ну еще маленький был. Он был по физкультуре, там один преподаватель был по физкультуре. Кстати, там был очень опытный мужчина. Он что, был... что был? Опытный очень. А-а-а. Он прошел, как за от А до Я, он был в весах много-много раз. Поймал змей этих, это как бы не соврать, но штук, наверное, около 30, если не больше. Вот. И как эти, кобра, гадюки, потом эти... Вот такие они маленькие такие, как называются они. Не знаю. Тоже не помню. Уже много поймал. А что он с ними делал? Убрал. Не, а зачем он ловил? Они как? Мы сели кушать. И пни, большие пни такие. Такая была щелочка. Медянка. И уползает такая. Он задрался себе, короче, и все. Я говорю, почему так? А она эту кустик, ты тут уже умрешь. Я-то не знал. А, и еще. Мы идем, а там такие были цветы. Цветы были красивые очень, большие такие цветы, такие, как на тюльпана похожие. Такие, форма такая вот такая. Но они же ядовитые. Ты такой, и тут уже мёртвый падаешь. Моментально, ты загибаешься, моментально загибаешься. А почему так? А такая высокая, такой. Я не знаю почему, но вот. А и потом еще я нашел дикая груша. Там груши были, ну как, вот такие маленькие груши такие-то. Все, такие маленькие груши. Я говорю, почему так? Дикая груша, говорит, вкусные, кстати, кушай. Я скушал, нормально, ничего. Нифига себе. Ага. Цветочек тронешь и умрешь, да? Угу, угу. Красивый а такой. Он такой яркий, красивый, да? Угу, угу. Ну что-то про такие цветы я не слыхал. Ну еще как? Я только слышал, есть лягушки, яд курара. А-а-а. Там на поверхности у них вот эта слизь вот эта ядовитая, она вроде бы как это, ну сразу парализует. То есть как бы стрелу достаточно поверхность лягушки помазать. И вот, допустим, попал, в кино видал я. Попал в медведя, его парализует. Ух ты! Вот тоже было кино какое-то. Там еще играл, этот играл-то. Вот, и знаменитый самый там. Мы забыли звать его. Забыли имя же у него. Вот. Он там играл, как он был вождем у него, а он как, это не был. Как называется там, ну, главный, как он там, типа как атаман, типа того был такой. Вот, я говорю, что делать, короче. И вот тоже стрела, а у него лук был такой. Ну, и тоже взял, эти стрелы были, короче. И вот я тебе говорю, что самое, штука такая, вот он намазал. И как такой маленький такой, ну, остиво, такой маленький-маленький был такой сделан. Вот намазал так вот его, короче, ну, что 5-6 стрел намазал. И потом отжаж один такой самый, ну как, этот, как, белокожий. Он его раз и стал за делом, и он тоже, умер он, короче. Ну да, и все. Кстати, тот мужчина, он прожил 98 лет прожил. Актер? Да. Вот там не забыл я в него такая тот. Покажи, почти такой старый такой, ну 98 лет. Век почти прожить. Это ж уму непостижимо. Ну молодец, мне он нравился. Ох, он такие роли играл отличные. Молодец, мне. Ох, он золотой человек. Че, лимон кислый, да? Кисло, ага. Он еще такой зеленоватый, недоспевший. Не успеешь? Почти как лайм. Как что? Лайм. А что такое? Ну, если я не ошибаюсь, лайм это зеленый этот лимон.
Ну, как бы с зеленой шкуркой.